Итак, финал лузеров. До 5 побед. Да. Где? Все финалы. Ты думал, это будет легко? Вот. Чувачки. Ланкус слева. Небиплис справа. Получается битва кислотного. Кого же выберет? Нет, какой костюм выберет? Вот в чем вопрос. Нет, во-первых, кого, а потом какой костюм, да. Ну, Ланку изменяется. Думает. Не бей плит, кого взять. Не, кого не взять. Было в этом. Взять побольше? Или поменьше? Да. Прямо в руки. Опа! Неужели? Это будет... Заготовочка. А, базар ошибиться? Не бей плит. Может, втроём поменять? Давайте сыграем. Серёг, ты не хочешь, как бы а-ля Барри Купер? Стой, да? У нас, походу, баттон чек, если не ошибаюсь, может и не будет. Баттон чек, может. Да. На баттон чек Юбей Приз берет Скорпиона. Вот так. Кем он будет играть, это неизвестно. На баттон чеке он Скорпион. Да, то есть, потому что это тоже майнгейм. Сейчас покажу, что он умеет играть, а потом возьмет первый. Может быть. Потому что надо было хочет понять, что может что-то не все так хорошо. Не стоит, может быть, брать Скорпиона. Не играл просто. Сейчас мы сейчас. А на самом деле это была игра. Мазер аж не подключено к колонкам, что ли? Думаю. Да, действительно, так оно и есть. Имею приз. За майнер ты не играл. Ты же случай, что он не смог сделать базовую полку. Что не стоит? Прошло лето уже сколько, а я все могу за нее не делать. Выбрал, блин, следующий сразу, который что команда скопилась, но я не падать не могу. Да. Он круче меня играет. У меня потому что... Что, начинается? Ты всегда по Серёге. Игроки жмут руки. Да. Ну как ты достал? И начинается первый бой. Директили? Да. А, это какой баллон? Аверхэд. Играет аверхэд в планку. Жучок лежит, заблочил жучок. Блядь, опа. Ой, какие игры, какие-то. В блоке стоит рептилия, красавец. Диору. Армор использует. Много прыжков. Никто не панчит. Ой, Авихед жрает ванку и это. Очередной сетапчик. Опа, вставляет брейк нас. Я смотрю на вот эту чудесную вариацию Гора, и мне так обидно за то, что вариация чужого через яйца вообще не позабыла. А, ты меня убил! Да. А, нет, блин, ну ты меня засадил что-то там, пускай. Ну, скажем, играл. Слушай, ну он не играл, а... Больше как бы никого. Чуть-чуть поиграл, чисто на водопаке. Кто там у нас за Гора выиграл финал? Бурелла Кинг такой? Бурелла Кинг, я всегда взял. Бурелла Кинг я знаю, это Гора. Опа, тем временем рептилия затаскивает любой. Нету, опа. Ооо. Зажал в угол, благополучно. Камбэк. Что у вас так уныло в комментарии? Вернулся. Здесь промёт на шуточке. Про полный метр. Полный метр, пацаны. Нет полного метра. Начинается два брейка и рептилия. Нет у ребят полного метра. Все пытаются. Ой, пытался выпрыгнуть. Какой счет вообще? Сейчас у нас не переплис ламку, и счет 1-1. 0-0 даже. 1-1 по раунду. Вообще 0-0. Оп. Давайте как вообще я буду зелёным образом. Я буду зелёным образом. Серёга, вот какой же зелёный? Они... Батончек. Нет, батончек. Будем говорить, я как-то... Нет, я не буду считать. Ну ладно, тогда есть 1-0. Я получил 1-0 в пользу вам. Как ты предсказывал. Все могут болеть, а я не могу Серёгу. Зачем так делать? Хорошо начала, но... Банку смотреть. Реабилитироваться. Третий, другой. Ай, можно было показать.
Москву. Даже первый. Супер, дамаг, это супер дамаг, это высокий. Вот. Вот это ждал Алиэстет. Ну, отлично. Распыляйся. Просто, просто Борис как-то мощный. Безумный мужик. Замедление. Замедление. Он пытается что-то сделать, ничего не получается. Так. Ой, какая интересная. Ой, ломает окно. Но второй нет. Ой, не поверю, что будет так. Не побоялся замедления. Но все равно лампу забирает. Второй раунд. Это еще не Не бейте риск. Ой, можно панишить. О, можно еще. Кстати, Ивана надавали. Вот, 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 так, так. Я даже смотрел на базу Russian Blitz. Опа! На бой отвлекся. L2. Сейчас секундочку. Вообще прям сейчас. Блин, куда? Так, еще сменить. Думает, думает. Ебей плиз. Jackson breaks Jax. Может надо этот в... Пабы, да. 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 Латексе было взять какой-то костюмчик-то, нет? Сейчас костюм латекс. О, как Катрика, да. Латекс. Я сначала начал пить. В этих калетрах штанах таких. Ну да. Посмотрите, что я творил. А как это делать? Я кружок зажал. А, ты что? Просто делаю. Ну что, Джакс, как думаешь, какой у них матчап? Посмотрим. Матчапу, ай, хрен, матчап. А, короче, во время бега нажимаешь. Где-то с выхода МХС я не слежу за матчем, а потом начинаешь. Ну посмотрим. Все-таки игроки. Но мертвых матчапов вроде как в игре практически нету. Парень пытался. Стучит. Кепочка. Включи. Кепочка дает. Кепочка, да. Пока. Не та кепочка. Ой-ой-ой. Он вспотел. Поменял. Клоп ударом по земле уклоняется от тоже правила. А что такое хит? Одинаково выходит. КП. Опасно! Опасно! Но в ситуации Джакс был такой. К сожалению, даже если бы он просто посидел. В данном случае я соглашусь с Серегой, потому что была ситуация, что армором он разменивается и умирает. Просто полежать он разменивается и умирает. А, то есть дожили, что Серег-то прав был. Пытаться в... Опа. Так тратить, пытаться по грешам быстро удары рептилии войти уже не получится. Это может случиться, скорее всего, чем было. Только каким-то уходящим ударом, но... Ой, как ловит, смотри, 16%. Ну, это у нас промп-удар, то есть у него нокдаун рестарт. Ой, как хорошо! Шикарно убивает. Как сделал. И по метру примерно паритет. И ой, заблочил. Вот это да. Что же будет? Что же будет? Да, защипит. Если защипит. Ой, хватило. Хватило. 3-0 получается у нас, да? Вот опять тебе придется слонку. Мериться. Опять 5-4 будете играть, да? Все, секретное оружие пошло. Все. Закончились игры. А-ля Forever King. Да, закончились игры. Сейчас на это, на ватафаке. Блин, придется плевать на землю. Мы зомби играли еще. Да. Надо было заставку для посмотреть. Нас, типа, видимо, каким-то говном накачали. Свинья человека мочить. Да, не причем. Свинью не мочить надо, другое со свиньей делать надо.
15? Ну блин, я похоже что-то делаю с ним. Ты же позвонился. Флора? А, я помахнулся в своем телефоне. НЖП, смотри, пока матча проходит. Контрпик. Ай, шикарно, шикарно. Ну, кстати, немножко не та вариация. Нет, я это думал. Не с лезвиями. А, у меня же ремонт! Ну, специально, чтобы долбить по земле. Вариация Джакса. Чтобы спать, как называется. Да, ладно, Джакс не дает такое. Горел, почти тоже какой-то головной убор есть. Ощущаешь? А, ну это гарантия уже. Не получается. Шлем что-то тяжелый, не получается. Не двигается. Перепрыгнул. Хотел сантеевить. Босса с... Да. Можно, но есть бомба. Рассапил его. Тут по рейнджу, мне кажется, не хватило. Ой, как... Ой, еще продолжим. Иван, блин, раскидывает всех. Ну, кстати, смотря как нажимать, ладно. Да, прошли в разные. Ну, осталось еще чуть-чуть. Главное не пробить. Они еще, ну, и сбивают. Заводит в угол. Вас как он когда захват берет? И он тут же в угол. Можно было пробовать джипать. Между тем, тут СКшников. Свиньи, пиздец, мазаешь, блин. Нет, это вот именно на R1. Пускай свои, у меня покруче. Оп. Другу Джонни Кейджа в фильме. Нет, вон залипает. Ой-ой-ой, смотри. Ой, да, прочитал. Хоть и прочитал, но он не понял. Ну, на самом деле, сейчас... Мы можем! Нет, закомпечится, хотя бы спает ситуация легко. Что же сейчас будет? Сейчас, если он замиксает... Пытается прыгать. Ай-яй-яй. Возвращение. Ой, один. Все-таки вот так факт. Да. А? Гора получится. Сука, у меня сразу пускает, блядь! Это крыса. Его фактически... Ой, Джан-пик. Снова Джакс. А от них надо уворачиваться. А, да, точно. Они просто, видите, вперед бегут. Прыгай, попробуй прыгать, скажешь. Хороший антиер. Хороший клуб показывает, не бейт лист. Чуть ли не цветочная победа. Вот это комбо. Лаку на меня накинул, я его... Да. Он потерян. Не знаю, что делать. Может, ему уже надоело, он решил, да ну нафиг. Ну нет, что-то кнопочки нажимает. О! Скажи, типа, он что думает, блин, тигры, блядь. Ну нахер вообще. Пусть тебе их не страдает. Ой, вот это вот, конечно... Как а это брейкер? Кружок. Не готовит. Гора. Блядь, сука, ёбаный крыса. Да, когда прыгали. Стал слайд. Ой, не получается, да? Ой-ой-ой. Пару раз я могу... Ты просто себе в лысину забиваешь шприц. Ай, хотел явно, наверное, еще раз прыгнуть. Не, блин, в смысле, хватит. Нет, да, нет, выйти. Он сам пойдет. Ай, отлично, сделал пачок, сделал экстренный пачок. Был бы метр, еще бы усилил. Да, было бы, конечно. Эта стеножка очень веселая у него. Просто она быстрая, резкая, как палос. Их много, но много. Такая, оп, продвигайся. Не смог, кстати, красавчик. Опа, опа. А Борис у нас не кидает. Вот какая замечательная комба. 47%. И ломает там. Как бы неплохо было, да. Я сам старший. Хорошо. Ой, какой долгий ворон. Решает брейк. Блок брейки. Так-то не в быстрее. Блин, он чуть говно в китайце. Он реально говно. Давайте, подойди, да, давай. Смотри, видите, зеленый обезьян. Просто берет свет в руки и китайцы. Четыре руки, ничего ты не понимаешь. Давай, типа, иди сюда. Алексей, кстати,
Борис, взял бы накачай и аппарат. Блин, а что я хит там делал? Сюда какой-то 8-8. Мало приемов. Не вот, не сам удачный брейкер был. Мисс Клик, да. Свинки. Ты бежишь ко мне. Да. Ты бежишь 8, блядь. Гор, а теперь мы тут реабилитируемся, несмотря на то, что брейкер. Сейчас будет аксель. Будет, обьет. Да, зачем? Просто 5% не пальчевал. Да. Не так. 4-2. Метр за метром. 15%. Я в него воткнул что-то в его похуй. Пальчевал? Нет. Эй, только пальчевал. А вот чпок-чпок и отпрыгивает. Если у него шприц какой-то вылезает, ему надо его всаживать. Я ввалил ему малаши просто. По земле, по земле. Грудью решил. Очень уверен сейчас. Ну, Борис. Да. Борис, видите, просто капитан бомж, блин. Хороший раунд. Не бей плит. Серега, ты же за Серегой играешь, да? Нет, я за Серегой. Антон, как ты думаешь, на барфайт? Нет. Все понятно. Не, ну она не тот формат. Слушай, пока идеально для барфайта это этот. Это. Да, я снова кидаю соплю. Там уже тут заебал мой. Не знаю. Снова. Нет. О, эксел версию. Ой, заблочил лоу. Но не смог наказать слайд, а вот это уже было прочитано. Ой, какая-то кока. Сейчас будет компа, смотри. Да нет, это какая-то кока. Вот, смотри, бомба. Опа, сетап. А это, кстати, нет, это, кстати, этот, это, кстати, какой-то сетап, то есть. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 4-3. Про 4-3 же. Да, да, да. Это я продал. Хороший бой. Будет согласен с любым счетом. Кстати, самое интересное, что он сейчас не выйдет, не успел вылететь человек. Не докрутил, успел попасть. Вот тебе, пожалуйста. 39% где-то добавить. Чего уходит? А, это наш ген. Знаете, вот честно, что ты будешь делать? Тренить. Я зато вышел в ВКС, я помню, мы тестили. Комбо, ты даже великолепно справлялся с этой штукой. Но если учесть, что ты можешь корректировать, когда тут уже ушел за экран, ты все еще можешь корректировать, куда ты прилетишь, то в принципе, что победаешь, что это, нужно победаешь в момент, когда уже прилетает. То есть, как говорится, реакция нужна. Ой, я пытался. Ну тогда. Армор ставить. Да, я как-то давал закружина даже делаешь в ЖП. Успеваешь как ЖП выйти из этого. Ой, такой. Привет, привет, больно. Панчволк! Бич! Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Да, ай-яй-яй-яй! Ай, подсказал, подсказал, как, а? И смотри, что сейчас будет. Да, это раунд, отлично. Да, хорошо. Он качает, чуваки, надо. Он зона. Хорош, ланкули, ориентировался. В очередной раз имел мой матчпоинт. А, вот это было бы прикольно, если бы он сейчас на бабл так приземлился. Да, да. Ну смотри, камни забит, бей приз. Отлично. 33. Процент. Эх, был бы ближе. Можно по земле. Слушай, получит по земле. Опа. И по земле. Заявка на еще один. Slow motion. Да, он ждал. 4-4. Господи, 4-4. Ого! Вот где огонь! Не меняет ланку персонажа. Ланку себе не изменяет.
просто жжет ногой. Снова комба. Ого. Ну, 37. Да. И сейчас очередь лампу. Бифает. Оп, оп, шанс. Ай, дропает. Не смог. Пытается и... Опасно. Сам жизнь гоняет. Ай, дропает. Нельзя так дропать. О, комба, комба. Спасайте меня, блядь. Прилетели, хорошо? Нормально, поехали. Играет сейчас? Пытается, пытается. Огонь, все побьют. Выпрыгнуть куда-нибудь, что-то сделать. Огонь, тратит весь метр. Прилетели. Матчпоинт для обоих. Нет, да, точно. Раунд, который решит, на самом деле. Нет, их уже. Я знаю, нет метра рептилии. А, рептилии, да, нет. У города, в принципе, аут уже есть. Нет, не будет. А, я ожидал. Гарантию надо делать, гарантию. Как было с помпой или как... О, дубинка не упадает. Вот, просто почилась. Вот, отлично. А, его было лампу на поиске. Что же сейчас будет? Ой, прикольно, назад он пытается захватить, делает сюда хвост, делает. О, антикроссав. Ну, будет, нет, ай-яй-яй-яй, сделает нимбл, да, что сделает? Yes! Ах, какое самое окончание, вообще красава. Хорошая игра. Че, у нас 5-4, у нас очень захватывающие финалы. Это было действительно круто. Вообще с одного удара убивает.